Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в Могилевской области. Белорусский лидер намерен ознакомиться с ходом весенних полевых работ, а также с социально-экономическим развитием. В Костюковичском районе глава государства напомнила задачи по мелиорации. Также президент подчеркнул, к 9 мая посевная должна быть завершена. Необходимо работать круглосуточно. До 1 мая в Беларуси утвердят пул заявок для желающих поступить по целевому направлению. Документ разместят на сайте Министерства образования. По каждой специальности для каждого университета будет определенное количество мест с указанием организации заказчика кадров. Возможность получать специалистов есть как у государственных, так и у частных предприятий. Дирекция фестиваля «Славянский базар» в Витебске обнародовала программу форума искусств 2024. Концертами порадуют Олег Газманов, Любовь Успенская, Виктория Олешко, Ярослав Сумишевский и Аня Лорак в зале «Витебск». Там же пройдет пластический спектакль Егора Дружинина. Ночные опен-эйры, джаз-филармонии традиционно привлекут внимание. Театральный квартал порадует премьерами сезона от народной пляски до техничного контемпа. В Бобруйске на Пушкина 110 в кабинете 120 3 мая с 11 до 13 часов пройдет выездной личный прием граждан по вопросам судебно-экспертной деятельности. Проведут его заместитель председателя и начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Предварительная запись на прием с указанием интересующих вопросов по телефону 80-222-72-33-31. На базе отдела телерадиовещания информационного агентства «Бобруйск Медиа» прошла увлекательная встреча. Она была организована в рамках городского проекта по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитанию гражданственности, патриотизма и самоидентификации, профилактика со знаком качества. Школьников познакомили с профессией журналиста, провели обширную экскурсию.